Эта картина, поступившая из Пушкинского музея в Приморскую картинную галерею, сплошная загадка. До сих пор предполагали, что она из Голландии. Неизвестный художник, название работы, лишь в углу полустертая и нечитаемая надпись. Но тайну можно открыть с помощью современных технологий. Прежде всего, нужно ее отфотографировать в разных режимах. При различном освещении с использованием искусственного света, направленного под углом, либо естественного освещения. Дальше идет перенос изображения в компьютер. Как работать с новейшими технологиями в таком ювелирном деле, как реставрация, сегодня показывают и рассказывают специалисты из Эрмитажа. Во Владивосток они приехали в рамках программы «Сохраним культурное наследие». Она охватила уже несколько российских городов и музеев. Мы, реставраторы, наверное, представляем огромную семью на всем протяжении нашей большой родины. И это наша, не скажу обязанность, а это семейные взаимоотношения и все. Этот визит – событие. Узнать секреты мастерства таких выдающихся специалистов приехали реставраторы со всего Дальнего Востока. Очень необходим, потому что сейчас трудно выучиться на реставратора, и поехать не каждый музей может послать сотрудников. И поэтому приезд вот такой группы к нам – это очень-очень большая помощь. За несколько дней специалисты в области реставрации наглядно покажут, как применять современные материалы в работе с раритетами, как распознавать трудночитаемые надписи на старинных работах. Сегодня они выяснили, что этот портрет мальчика с трубой принадлежит кисти не голландца, а итальянца конца XVI века. А в ближайшее время станет известно, что он написал. Ольга Сумкина, Денис Семисинов, «Панорама».